районе долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ОЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. Если...
Акура, куда? Thank you.
Chết đó. Không phải đường đó. Trở lại đây. Thank you.
долина, которую местные жители называют Тхубай, была переименована американскими пехотинцами в равнину смерти после их столкновения с невероятным количеством регулярных войск СВА. В результате этой неудачи поставки риса продолжат бесперебойно идти на север. Принимавшие участие в сражении у высоты 137 американские войска были преобразованы в мощную